Хромой уничтожитель автомобилей «Лада Калина» задержан. О серийном поджигателе, появившемся в микрорайоне сортировочной, мы рассказали на прошлой неделе. Он целенаправленно выжигал «Лады Калины». Первая «Лада Калина» была сожжена в ночь на 7 июня на улице Болотникова. Вторая – в ночь на 9 июня по соседству на улице Лесной Городок. В обоих случаях поджигатель действовал одинаково. И в обоих случаях видно, что это один и тот же человек. Его выдает хромота. Сотрудникам полиции удалось установить и задержать пиромана. Каким руководствовался он действиями, поджигая? Мне вот просто даже интересно, что он имел в виду, вот делая такое. Те, которые сожгли, они только ее купили. Буквально неделя прошла, и они взяли, у них сожгли. А тем более там и маленькие детки, и всю деревню ездить купили. Конечно, жалко, у кого машина-то. Вот здесь не хватает. Может быть, его действительно какая-нибудь травма была, может быть? Кто-то его там на этой «Ладе Калине», он же «Ладу Калину» поджигал, может, что-нибудь. Вот он мстит, увидал такого же цвета, с головой чуть не дружит. Была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 33-летний житель Канавинского района города. По месту жительства задержанного был проведен обыск. Полицейскими изъята одежда, в которой подозреваемый предположительно находился в момент совершения преступления, а также канистр с остатками бензина. Кстати, пироман сейчас по решению суда арестован. Если его признают виновным, его могут ждать до 5 лет лишения свободы. Что касается причин нелюбви именно к «Ладам Калинам», то нам их выяснить не удалось. В полиции данную информацию не раскрывают, и даже владельцы сожженных автомобилей об этих причинах ничего пока не знают.